Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Киевском районе – традиция. Сотни одесситов пришли во двор дома по адресу Шишкина, 60А. Все спешат приобрести самые свежие продукты по оптовым ценам от производителей. Очень довольны. Ну почему? Картошка 2,50, помидор, вот такой помидор, 5 гривен, там вот такой 7,50, и яйца неплохие. В общем, все хорошо, все, и мясо я взяла. Все прекрасно, спасибо. Производители привезли на ярмарку более 10 тонн фруктов, по 5 тонн картошки, лука, моркови и свеклы, и по тонне мяса и рыбы. Все самое свежее, никаких переплат. Цены вот мы, как сами выращиваем мясо, вот сами производители, вот хотим, чтобы люди вот на зиму заготовили себе, приготовили, чтобы их зима была не голодная, как говорится. Мясо хорошее, домашнее и дешевое, самое главное. Мы стараемся вот для людей. Это оптовые цены, как с поля мы даем, так и даем здесь. На ярмарке есть даже канцелярские товары и школьные принадлежности с большими скидками. Еще одна изюминка праздника – настоящий узбекский плов из баранины. 400 порций приготовили в огромном казане по традиционному рецепту. 25 килограмм мяса, 25 килограмм рис, 25 килограмм морковка. Узбекский плов, настоящий. Вот для 10 готовим. Среди одесситов народный депутат Игорь Марков. Он и организовал эту ярмарку. Говорит, времена в стране настали тяжелые. Людям помощь пригодится. Это уже становится традицией. В прошлом году мы тоже проводили большое количество ярмарок. Это было запланированное мероприятие еще очень давно. Проведение вот подобных ярмарок. К сожалению, ситуация в стране с каждым днем становится все хуже и хуже. Людям жить становится все тяжелее и тяжелее. И это хоть небольшое, но маленькое подспорье людям, которые пенсионерам, ветеранам, просто малообеспеченным, которые могут полтора в два раза купить дешевле продукты первой необходимости и сделать какие-то запасы на зиму. Одесситы делают базар, благодарят организаторов и недобрым словом поминают политическую ситуацию. Горожане возмущены решением киевского суда о лишении Игоря Маркова мандата нардепа. Эти сволочи, меньше обращайте внимания. Мы за вас тогда голосовали и вас поддержим. Спасибо и большое. Подписи сделали. Вы умница. Хорошая ярмарочка. Побольше бы таких. А то... который сделал, чтобы Игоря Олеговича сняли, забрали депутатский мандат, он... Это я имею в виду Карамазин. Ярмарка в Киевском районе превратилась в народные гуляния. Тут и лучшие продукты, вкусный плов и развлечения для детей. Для самых маленьких мастера боди-арта рисовали картинки. Гостей бесплатно катали на лошадях, а ведь есть еще батуты и надувные горки. Очень понравилось. Такая скользкая горка. Это хорошо? Да. Мне очень понравилось. Очень. Всего этой осенью Игорь Марков организует в Киевском районе еще 8 таких ярмарок. Татьяна Шлифтенко, Виталий Прус, телекомпания ТВ.